brothers and sisters. I don't know what this world is coming to. Ассоциация «Стормкрю» представляет на радио Динамит FM легендарную программу. Программу «Шторм». «Шторм». World of drum and bass music in Russia. Все о drum and bass и брейкбит музыке. Каждую среду с 22.00 до полуночи «Грув» и «Дэн» на Динамит FM.
Ну что ж, в очередной раз всем добрый вечер. Как всегда, каждую среду с 10 до полуночи с вами программа «Шторм», которая рассказывает о самом прогрессивном направлении в электронной музыке — это драм-н-бейс. Я приветствую всех любителей, которые собрались сегодня послушать 2 часа умопомрачительных бейс-лайновых и убивающих ваше сознание ритмов. Но так или иначе, я хочу вам сказать всем огромный респект, что вы всегда в 10 часов слушаете нашу программу. Это очень здорово. Очень здорово. Окей, ну что ж, это был Q-Project, вещь называлась Wild Pitch. Вышла эта пластинка на лейбле Matrix, называется он Genetic Stress. Джунгл Ассоциация Storm Crew представляет! Drum and Bass, Breakbeat, Hardcore, Hardstep, Deep и Raga Jungle. В программе «Шторм». Бири-бири-бом-бом, бири-бири-бом. Грув и Дэн он микрофон. Окей, ну что ж, двигаемся дальше. Ну что ж, почти прошли все праздники, которые, надеюсь, вы встретили очень хорошо. Я могу сказать, что я их встретил очень хорошо. Не разлучаясь с музыкой ни на секунду, как говорится. И, конечно же, огромное спасибо всем вам за то, что вы пришли на акцию, которая абсолютно недавно была у нас. Drum and Bass Рождество. Спасибо за то, что вы так реагируете на музыку. Нам очень это приятно. Всем огромный респект. Но несмотря на это, я думаю, что еще остался один все-таки настоящий Новый год. Он наступит 13 января, точнее с 13 на 14. Последний день больной головы. Окей, ну что ж, двигаемся дальше. У нас есть пейджер 974-2222-2222. Абонент Dynamite. Звоните нам, мы слушаем, это программа «Шторм», с вами ассоциация Storm Crew. Меня зовут Груня. Дрюня скоро подбудет. Сначала такое олдскуловое будет звучание. Несмотря на то, что пластинки новые, так или иначе, парни продолжают делать то, что было раньше. Старейший драм-н-бейсовый лейбл Flex. This is Nicky Blackmarket and you're in tune to the Storm Crew. До свидания.
интересного в нашей программе будет. В скором времени у нас в эфире появится Новак, который должен рассказать о ближайшем привозе следующей мега-звезды английской сцены. Кто это будет, вы узнаете буквально в течение этой программы. Будьте внимательны, слушайте ее. И сегодня у нас в гостях проект Enemy, с которым мы будем сегодня разговаривать и поставим несколько треков. Российский Drum & Bass is in your face, Москва. И другие города России. Хочется извиниться перед всеми теми, кому уже было... Кому мы обещали зайти на сайт www.ak47.ru. Дело в том, что сейчас у сайта идет серьезная реконструкция, серьезнейший дизайн. И в ближайшие дни он должен уже появиться в интернете. Так что вы будете наслаждаться и флешами, и не флешами. Там будет и конфа, и все, что связано с этим. Окей, ну пока играет Test Press Special Black Market. Вещь проекта Stacy. С вами Радио Динамит FM 101.2. Программа «Шторм». Ассоциация «Шторм Крю». Не прощаемся. Сейчас будет двигатель торговли. Потом у нас будет очень интересный трек. Respect to the Storm Crew, DJ Den and DJ Crew, four hero. Peace out. По-прежнему с вами программа «Шторм», ассоциация «Шторм Крю». Слушаем с вами интересный трек, который я обещал. Это «Акваскай». Еще раз хочу напомнить, пейджер 974-2222, абонент «Динамит». The real sounds of old school is in your face. Окей, ну что, я думаю, что настало время проспаться уже и проснуться от всех праздников, которые были, сделать погромче все, что у вас есть сейчас, потому что трек действительно очень чумовой. Aquasky, Test Pressa. We'll be right back.
отличный трек, по моему мнению. И не знаю, как вам, но играться он будет. Aqua Sky. К сожалению, не написано четко, как этот трек называется. Написано, что что-то там, motion какой-то, что-то толком не разобрать, поскольку пластинка Test Press. Ну и следующий трек, о котором мы сейчас с вами послушаем сразу после Aqua Sky. Тот же аккордеон, только без двух клавиш. Хатира Space Invader, но на этот раз не J-Magic, а Ed Rush и Optical Remix. Yo, you're listening to DJ Trace with the Storm Crew. Big up and respect from London. Ассоциация Storm Crew представляет.
Ну, вот такая вот композиция, которую вы все прекрасно знаете. Все хорошо бы, но если бы появился бы первый ремикс этот, а не Джей Маджика, может быть, было как-то еще и воспринимать ее. Сейчас уже, мне кажется, что бесполезно. Но хотя, с другой стороны, очень интересно, особенно мне нравится вот этот вот проигрыш. Dirty Rich. Трек называется B-Boy. B-Boy, будь со мной. Ничего не стоит на месте. Все двигается, в том числе двигается уже по студии здесь Новак, который уже готов рассказать последние новости,
которое происходит в мире драм-н-бейса, точнее в мире людей, которых мы ждем следующим к нам сюда в Россию. Ну и, конечно же, не забывайте, что сразу после того, как мы поговорим с Новаком, у нас в гостях будет проект Enemy, и мы поставим несколько треков, поговорим о бытие, судьбытие российского драм-н-бейса. Да и вообще, что там происходит-то в этом российском драм-н-бейсе? То мы никого, кроме ста и полста, там, понимаешь, не знаем. Мощнейший трек. Прервемся буквально на минутку-другую. Хоть на минуточку.